друзья, приветствую на канале Таежные приключения. Вот и начинается наша крутая экспедиция на квадроциклах. Сегодня будем собираться. Ну а сейчас я нахожусь на базе Русский Север. Случилась на Пасху беда. Видели вы, какая классная база. Здесь мы все время отдыхали. Нас очень хорошо встречали. Сейчас, конечно, тоже хорошо встречают, но уже не с таким комфортом. Прямо на Пасху подожгли базу. И основное здание сгорело. Home video. Стройка продолжается, конечно, немножко другого формата. Но сейчас погнали собираться. Частенько так после заезда, да, подтягивает нас. Ну, да? Наверное, да? раз в месяц. Может. Раз в месяц подтягивает, да? Ага. Ну, это уже зависит от того, как катались, да, смотря. Да, зависим. Ай, хорошо, да? Кайфа. Самогон? Да, таежный. Да, коктейль таежного? Коктейль. Еще один турист. Что, тянет, нет? Да, вообще прет просто. Ну, газу летаешь, он даже не замечает. Вот, считай, вот такая нагрузка, во, вообще прет. Ему пофиг, и удобно управляется, все, я по дороге как стартанул. Он как будто не чувствует, такую скорость набирает просто в легкую. Мне кажется, надо вот так вот грузиться и шуршать прямо оттуда. И мы быстрее доедем просто, не будет никакой возни. Ну привет! Здорово, Кэп! Долетел? Здорово, да ничего, это долетел на поезд, доехал нормально, да. Тебя ждем, уже надо трогать. Прям ровно заезжаю, да? Да, это передом, да? Все. Стукайся, стукайся, не бойся. Только без фанатизма. Все, тормоз.
руку он держит, да? Держит, да. Давай, слышь, заедь до конца, иди. Пойди, говорит, поддержи его. Или а, нет, а, да, да. Не, ты сам заедь, заедь. Да, заталкивайте так тесно. Все. Не, не так все, вот так, да. Игорь сказал, давай, ударяйся, не бойся. Друзья, ну что, вот началось наше приключение. Уже мы в пути, гоним на квадроциклах. Впереди такие большие тучи. Ну, дождик обещали, что-то я пончо не достал. Остановился немножко подождать пацанов, что-то они отстали. Мы двигаемся, чтобы не пылить немножко вдали друг от друга, но смотрим свет фар. Вон они едут. Едут они рядышком, слева и справа, чтобы не пылить, тоже друг другу рядом едут. Завожусь я, ну и поехал тоже догонять Дениса. Fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Друзья, ну что, проехали мы половину пути, больше даже. Осталось нам две трети проехали, да? Ну, две трети. Да, две трети поехали. Вот, нам еще осталось километров, наверное, 50 ехать. О, ну нормально, идем. Дождик начал моросить, конечно, но ничего. На квадриках вообще, конечно, круто. Плохо да, видно огонь, сейчас, но... Огонь. На квадрике огонь, да? Другое, впечатление денег, да? У каждой техники своя лодка, там снегоход, тут квадроциклы, да? Если еще вкатываешься в него, оп, колью поймал. И лужи хорошо обходятся, и ну не кидает нифига. Все класс. Прикольная тема, в общем. Скоро начнет уже светать. В принципе, сейчас потемнело уже по максимуму. Однозначно рекомендую. Да. Квадрики это, конечно, очень круто. Отдохнули, сейчас вот погоним. Да. Ну так и едешь же. And I'm playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Потеряли кан, но вовремя услышал, Игорь. Сейчас еще одной стяжкой перетягиваем. Ну сейчас уже никуда не денется, как пауком его оплели. Да фиг его знает, колбасит его там. Комарья, сколько летает комарья кругом. О, уже светает. Время около часа ночи.
пацаны отстали. Вон едут уже, я их вижу. Сейчас немножко отдохнем, догонят меня и поедем дальше. Осталось еще, наверное, километров 20. О, вот так вот. Круто, конечно. Вроде едем уже столько времени, где-то сказать, с 8. На квадриках это какое-то новое впечатление, да. Очень здорово. Хоть и идет дождь, но, блин, куда мы без вот этого всего, да? Без дождя, без комаров. Какие же таежные приключения без всего этого? Пацаны штурмуют подъем. Не, прошел нормально, они просто сразу по колее не по той пошли. Ничего, квадры нормально сейчас пройдут. Thank you.
Тогда хрен. Хочешь новое блюдо узнать? Бля, здесь вторая крышечка, не понял. Слушай, ну тут даже можно эти пенки не слить, да? Да. На этих, мы приехали, нашли какую-то избушку, балок. Случайно вообще наткнулись. Печку затопили, все сыры насквозь. Короче, готовим кушать, сушимся, поспим и дальше стартуем завтра уже. Как завтра? Сегодня, но попозже. Сегодня, но попозже. 2 часа, да? Ну, в общем, 2 часа. Я думаю, что мы еще до 6 утра-то подрыхнем, до 7. Ну и дальше стартуем. Будем добираться до речки. Идем, говорит, по GPS-картам, да? По GPS-снимкам. Таежные приключения. Лосятинка? Да. Евгений Иванович угостил вас. Легально от опыта. С нами не поехал, но угостил нас. Лосятинка пошел. Время, да? 6 утра. 6 утра, потеют, да. Пацаны потеют так, что воняет на весь кишлак. И давайте все вместе. Друзья, доброе утро. Поспали мы после такой тяжелой дороги. Уже светло. Я решил посмотреть, где мы же все-таки остановились. Какая-то заброшенная база. Немножко походил вокруг. Сейчас вам покажу просто, что есть у нас в тайге. Вот такие вот места заброшенные. На самом деле очень много железа, кругом бочки, все остальное. То есть, ну, огромное количество всего вот этого. Ну, конечно же, грязь. Бутылки, банки. Вроде бы, как, конечно, в одном месте все, но все равно вот это вот все оставлено. Сейчас покажу вам еще вот такое вот чудо, да, которое просто в тайге брошенное, да, никому не нужное. Хочешь, приезжай, забирай. То как сюда приехать и как забрать, да? Конечно же, как у многих на каналах вагончики, видите, вот такие вот, целые поезда, да, вагоны, какие-то остовы стоят. И на самом деле я у многих видел видео, что в тайге вот такие вот из таких вагонов делают избушки. Вот и здесь стоит вагон. Но на самом деле хочу что вам показать. Посмотрите, вот такой вот стоит балок, да. Мы ночевали в другом балке, потому что в нем была печка, нам нужно было обсушиться. И буквально рядом с ним стоит вот такой вот балочек, друзья. Посмотрите, он совсем новый, просто линолеум, мульцевый балок. С левой стороны все мульцевое, просто шконочки такие, да. Раз, два, три, четыре. Розетки, все сделано. У него еще запах дерева вот этого вот. Новое. Все новое. Ну, кстати, здесь у нас спал Виталик. Он убежал. А здесь почему-то прохладнее. У нас там жарко так, а здесь прохладнее. И тут все нульцевое. Вот такой вот балок стоит в тайге. Никому не нужный брошенный балочек. Так что кто-то показывает заброшенные вагоны, а тут новый балок стоит. Вот такие бывают чудеса у нас в России. Сейчас мы собираемся и стартуем все-таки до речки. Надо сегодня нам добраться и, как сказать, помочить удочки, да?
Погнали собираться. Пацан собирается, я поехал проверять дорогу, но что-то забрался так уж далеко, возвращаться, наверное, не буду. Я думаю, по моим следам найдут меня. Квадроцикл, конечно, рулит. Есть такие места, да, увидели, сейчас я проезжал, но на квадрике вообще просто спокойно преодолеваешь такие препятствия. Главное, как говорится, чтобы не по руль вода была. В квадроцикле можно ехать, в общем, сейчас буду пробиваться к речке. И буду ждать, думаю, там уже пацанов. Ну, потому что возвращаться обратно, ну, блин, штурмовать опять то же самое лужи. Они же поймут, куда примерно направление знают и по моим следам приедут. Поехали дальше. Долетит, а? Да. А можно было вот здесь, наверное, по боку ехать. Ладно, хрен знает. Деваться некуда, убираться надо. Летит, конечно, по полной программе. Ну,
поехал. Охренеть, весь сырой, блин. Как бы сюда выбраться? Черт побери. Да. Так, еще одно препятствие в виде болота. Надо будет пробовать преодолевать. Сейчас посмотрим, куда поехать. Да ё-моё. Да не надо. Так, надо просто его выдернуть немножко. Вот сюда вытащить наверх. Чего тут у меня сел? Вот сюда надо ехать. Здесь надо ехать. Я тут в колею немножко стал. Бля, вместе было бы веселее. Пацанов дождаться. Назад не хочет забираться сюда. Он уперся. Здесь. Уперся и не хочет ехать. Че тут газовать зря? Надо просто пацанов дождаться, наверное. Ну, все вместе-то повеселей выдернуть. Здесь вот чуть-чуть сразу надо было мне сюда заезжать. А я пошло колесо одно по колее. Думал, выскочу и не удалось забраться. Ладно, положу пацанов. Короче, жду пацанов. Слышу, вроде уже квадрики едут. Ну, на самом деле, никуда другое место они не поедут. Только по этой дороге. Гнусы, конечно. Хорошо, что у меня спрей с собой был.
Мне кажется, сожрали бы. О, слышно, слышно, их едут. Ну, сейчас приедут, не так далеко я, в принципе, уехал оттуда. Были там места такие не очень хорошие, но, в принципе, я спокойно проехал. Проехали, даже меня не увидели. Ну и чё? Чё? Как дальше едем? Вот, где я поехал. Куда ты, блядь? Куда? Заеб... Вот по этому бревну тебя кинул, по бревну. Надо тут, тут аккуратно, не торопясь. Что, уперся? Давай назад сдадим. Вперед, 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 вперед. Вперед? Не-не, руль выручил, я поднял. Подожди, ты сам слазь тут. Я назад надо, да? Давай, чутка назад. А я морду перекину с тобой. Давай, лёг. Раз, два, хоп. Погнали потихоньку? Да, да. Торопись потихонечку. Регулировщик. Эх, надо было сюда правее сразу, видишь, ага. Что, зацепился? Да. Ага, попробуй назад. Во. Ну, сейчас выйдешь. Давай вперед, чё? Да, потом... Давай, я тебя по этот самый отсюда потащу. А ты за задним бери. Ага. За задним, вот это, ага. Давай, давай, давай. И хоп. О.
Так, надо Виталика вытаскивать. Застрял где-то, он там залетел не туда, куда надо. Может и вылезет, кстати. Я это снял! Это было эпично вообще! Нет, зачем ты так быстро едешь? Я тут вообще медленно-медленно, склон я такой. Такой склон тут, я вообще тут, блядь, еле полз. Ты туда прошел, да? Не, вот здесь медленно прошел. Видал следы? Да нет, тут спокойно прошел по краю. Это большая техника, Слава. В воде? Нет, вот здесь. Ну да. Вот тут потихоньку шел просто. Эх, блин, Денька, ну ты красавчик. Ну, контент нужен был? Снял, да? Это было просто, я как будто чувствовал. Я тебе показываю туда, ну, типа, едь там. Да я понимаю, я потихонечку. А тебя стащило жопу и кинуло. Я в сторону, я, блядь, ну, масса-то большая, на шею сносить, я перекинул, смотрю. И, сука, не успел. Не, ну, что делать теперь, блядь? Скупался, как контент есть. Эх, вот такая техника. Но я еще так не падал, как Денис. Круто. Поснимаю, может еще кто-нибудь на Вернец. Че, едете, нет? Да, газ. Газ. Не надо, не газуй. Вообще медленно. Потихоньку. Масса сносит. Ты когда газуешь, больше сносит. Вон, смотри, как едет, смотри. Малый газ и спокойненько, видишь? А ты газанул, тебя больше снесло. Ну и мы поехали. Палатки можно ставить. Кажется, там вот такой был стоять там. Давай, пацаны, тюнь. Палатки, костер, все тут нужно. Добрались, пацаны. Бля, заебись. Добрались вообще. Молодцы мы. Молодцы. Смотри-ка река, да? Корюсок здесь. Вот там вот такой стоит. 100%. А вот там, смотри, надо заводить. Да, вот до заводики, да, да. Друзья, ну что, мы на месте. Добрались. Да, это очень круто, конечно. Такая красота. Солнышко вышло. Обалдеть. Сейчас будем ставить лагерь.